студенты САФУ смогут пройти стажировку в Германии? Сегодня этот вопрос обсудили на встрече делегации Фрайбергской горной академии и правительства Архангельской области. Это ответный визит немецких гостей. В апреле наш губернатор принял участие в торжествах, посвященных открытию дома Ломоносова в саксонском Фрайберге. То, что сейчас выстраивается между Архангельской областью, Фрайбергом, между домами Ломоносова во Фрайберге и в Архангельске, это та неразрывная ниточка, которая выдержит, сформирует вот эти отношения добрососедства, дружбы и все, что тут необходимо людям. Первый в Германии дом Ломоносова – это целый комплекс. В него входит научный центр, учебно-жилой корпус для студентов и преподавателей, а также музей. Дом Ломоносова – первый шаг к созданию Российско-германского минералогического университета. Реконструкция дома началась в прошлом году, и буквально менее чем за год памятник архитектуры удалось восстановить. Общая стоимость работ составила более 2 миллионов евро. В ходе сегодняшнего визита немецкая делегация встретилась со студентами и руководством САФУ. Завтра выезд в Холмогоры на родину Михаила Васильевича. Ну а в планах на ближайшее будущее – обмен студентами между Архангельском и Фрайбергом. Конечно, с университетом будем говорить о обмене студентов. Пока у нас, к сожалению, еще нет студента из Архангельска во Фрайберге или в Саксонии. Это мы хотим изменить. И мы тоже хотим, чтобы немецкие студенты приехали сюда, чтобы вашу прекрасную землю. И мы готовы пригласить 10-15 школьников, чтобы познакомиться с нашими возможностями, если поддерживает губернатор и регион. Безусловно.